понимаете? Просто это. Так, мы Самсона закрываем. Поднимаем ставку. Самсоном в любое место идем. Идем. Самсоном в любое место. Самсоном в любое. В любое место идем. В любое место идем. В любое место идем. Я Самсон, и ты тоже. Мы идем, куда Сережа хочет. Вот такие дела. Вот такие дела. Это песня моя. Специально под Дайзек, да? Играю и пою. Это я могу. Это он может поверить. Я могу, да. Может он поверить. Может он поверить. Ебать, говно ёбаное. А, так, чё у нас там? Мне вообще нужно по хп сориентироваться. Бля, здесь ещё говно. Так, здесь надо как бы это, сука, бля, да. Так, нихуя не получим. Бля, мне нужно хп где-то выставить. Блять, дохуя всего и нет нихуя. Так, сейчас я успею рерольнуться, если чё, пока вы там еще ставку не закончили. Ща. Я пытаюсь сейчас выбить бомбу и там уже отпляшем от нее. Бля, ну хуй знает, конечно. Неужели придется ран делать? Ну ладно. Бля, сейчас будет весело, если я умру, кстати. У меня нет права на ошибку. Но у меня самонер, так что нормально. Блять, хп нет. Чисто лотерея, ребята. Сейчас один удар и пизда. Бля, ну он, конечно, заебет, блять. Ой, а, ну погоди. Ну погоди. Так, пойдем. Сука, ничего не потеряно, блядь. Ты что думал, я тут просто так, что ли, хуи батрачу? Да у меня, блядь, все рассчитано, маленькая ты сучка, блядь. Сейчас я тебя трахну, нахуй, будешь знать. Давай, блядь, наконец-то сундук. О, бомба есть, блядь, чисто. Чисто красиво сыграно, Серега, блядь, спасибо большое. Ебать, Серега, дважды красиво сыграно, бля, не надо благодарности, спасибо. Так. Привет, Дофино. Жалко. Для супер красоты еще не хватало, конечно, чтобы он вскрыл. Вот что я скажу, блядь. Так, а ничего не закрыт, да? Да. Серега, а ты скучал по нам, когда был в бане? Блять, честно, чат? Вот когда уходишь в баны и в такие моменты, когда ты полностью вообще отрезан от чата и прочего... На самом деле, начинаешь понимать, там, насколько тебе интересен тот или иной стример, насколько тебе интересен... Блять, а, ну здесь, кстати, вот мы вскрыли, да. Насколько тебе интересен твой чат... Короче, я на самом деле скучал. Скажу честно, блять, вот реально.
Я лишний раз для себя, вот, я это как бы и знал до этого, но вот я лишний раз себе подтверждаю то, что чат для меня, типа, супер важен. Ну, вообще, вот, стримы, это для меня важно, как деятельность сама по себе. Бля, ебать, тут говно таблет. Бля, хп вернули. Ебать, кстати, хуёвейшее дерьмо было, ну ладно. А там что, были бомбы? Нам как раз два шота нужно. Бомбы, да? Сейчас, получается, будет ангел. Блять, будем ли мы его убивать? Ну, давайте, наверное, его убьем. Тогда уж. Обшипы его еще потыкаем, блять. Отлично. Забрали. Вообще супер. И добиваем его. Не убил его, блядь. Я что-то подумал, что он, типа, анимация смерти была. Ну, типа, должна была проиграться. Я твой криворукий ребенок, посмотрел на тебя, купил Айзека, пошел на Азазель на грида в первый раз. Мне выпал секрет хард, все, что по масту, урон 30, все круто, он дошел до грида, и он просто выебал меня. Я так волновался, я хоть и видел, как ты его убивал, но я был не готов к этому. Мне сразу так обидно, какая крутая сборка была. Блять, а что же будет, когда у тебя будет сборка говна, блять, братан, а? Ой, так, мне еще нужно на самом деле выстроить этот, как его... Как он называется-то, блядь? Блядь, мне босс раш нужно и хаш, наверное, вытащить еще. Блядь, надеемся, что у меня будет все нормально. По раскачечке, блядь. Кажется, все идет не слишком хорошо. Привет, стример, чатик. Поздравьте меня с Народный год, как я бросил наркотик. Спасибо за поддержку всем, кто поддерживал. О, молодец. Джордж Флойд. А, подожди, блядь, это... Блядь, чувак, я осуждаю тебя. Долбоёб. Я думал, это твоя реальная, типа, история. Осудительно, осудительно. Дурачок. Какой же дурачок ты. Это песня для дурачка, блядь, ебаного. Дурачок ебаный, послушай меня сюда. У тебя ебло, блядь, как орангутанга. Нахуй ты кому такой нужен, блядь, несчастный объебос. Только можешь шутить, и не смешно, как, блядь, понос. Хотя, честно говоря, понос и то смешнее, чем твои высеры, блядь, которые тут поспели. Так что завали в следующий раз свою ебало и больше не шути, понял? Иначе окажешься, блядь, где-то рядом с самосвалом, а водитель будет пьяный. С управлением не справится, тебя, блядь, врежется. И ты будешь орать от боли и агонии. А я буду мимо проходить, смотреть на тебя. И что-то скорая не вызывается совсем у меня. Что-то телефон у меня заглючил, и номер я забыл. Ты умираешь и просишь себя спасти, как кретин. А я говорю, бля, сорян, сейчас наберу. Но что-то я слишком нервничаю. Поэтому как-то номер скорой не набирается. И ты мелко жизни своей сопротивляешься. Но силы тебя, это такого, короче, у тебя уходят силы, и тебе, блядь, пизда. Вот такая вот песня про тебя. Поэтому в следующий раз, перед тем, как шутить, звали ебало и молчи. А то самосвал, знаешь ли, он катается и тут, и там. Самосвалы тут, и там, а ты где-то гуляешь.
А он за тобой рам-рам. Сам асфал и тут, и там. И тут, и там. Сам асфал и тут, и там. Рам-рам. Сам асфал и тут, и там. Блять. Бля, ну слабенько. Мы сейчас урон не получаем, поэтому слабенько, конечно, да. Ничего, блядь, не скажешь. Ха-ха-ха! Смешно, блядь. А, есть проблема, я нихуя не помню. Вот в чем проблема. Поэтому я, наверное, даже не буду с ним играться. Я просто сделаю так. И на всякий случай так, я нихуя не понял, потому что... Правда, мы лишились сейчас... Мы сейчас... Ой, блядь. Мы сейчас лишили себя босс-айтема. Но ничего страшного. Спокойной ночи, Димон. Да хуёвая позиция была, пиздец просто. Блять, это было опасно, пизда, короче. Я сейчас супер рискую, смотри, блять, учись нахуй. Как быть долбоёбом. Заскринил, заснял. Пойдем. Заскринил, заснял. Ноль сердец. Ну да, ну да. Но это же не главное. Это же не главное, чат. Это же, блядь, не главное. Главное то, что у тебя внутри. Бах. Хопа. Хуйня ебаная. Так, ну через него есть, конечно, вероятность какие-нибудь health up получить. А через секретку надо в Pain Room зайти без урона. Блядь. Вот что надо сделать. Но для этого нам понадобится целых две бомбы. А это вам уже не хухры-мухры. Внутри меня ком. Окей. Как скажешь, бро. Лишь бы тебе было хорошо. Обидно, конечно, сейчас проебывать заряд. Нам тоже на босса надо побыстрее. Но с другой стороны... Чё тут? Блять, бомба нужна, пиздец. Прям хоть открывай, на самом деле, магазин и вытаскивай там одну бомбу ради этого. По идее, там должно окупить, если мы взорвем эти две. Ну, там либо артефакты, либо ресурсы, как бы, да? Главное, чтобы тринкеток ебаных не было. Хотя, если будут тринкетки, нам тоже подойдет горн или рак. Забираем. Ой-ой-ой, блядь, неудобная хуйня, конечно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, надо. Блядь, ну это, сука, ебаная хуйня волосатая, которая за мной. Ладно, будем считать это бустом к моему урону. Где купить качественный кумыс? Блять, качественный кумыс можно сделать только самому, бро. Это все знают. Бля, плохо. Так, бомбу я нашел. Пойдем. Бля, ну это, конечно, пизда. Подстава, я ебал рот, блять. Блять, охуеть, с двух каменных. Это просто чё?
А вот этого я ждал. Супер. Ладно, ладно, я уже не такой злой. Будем считать, мы реролили румстаки на бэйби. Для того, чтобы вытащить health hop. Так что все в порядке. Так что все в порядке. Так, пока не будем заходить в эту. В эту какую? В секретку, я имею в виду. Мы сейчас просто посмотрим. Либо у нас будет плюс бомба, либо не будет. Будет плюс бомба, то зайдем через обычную секретку. Проверяю, проверяю, блять, хуйня. Блять, хуйня, хуйня, хуйня. Блять, ну тут пилюльня, пилюльня не хуйня. Ну и что мне делать? Да ладно поебать, давай через пилюльню. То есть мы делаем... Ну да, это того стоило определенно, кстати. Через пилюльню. А эту хуйню заюзаем после босса. Вернемся, чтобы хп получить часть. Так, что я хотел? А, ну все, ничего не хотел. Вот так хотел сделать. Бля, сука, Сергей задел меня! С другой стороны, мы получили хорошо. Мы получили скерри, мы получили модификатор и полет. Это хорошо. Так, ну давай, ладно. Туда мы уже и так... Блять, сука, ну я так и знал, что здесь будет хардрум. Прям, блять, прям жопой чуял, ёбаный. Прям блядской жопой чуял, что здесь обоссанный хардрум. Привет, Серега, с возвращением, спасибо. Так, забираем. Так. Сейчас пойдем в Pain Room заглянем тогда, потому что мы потеряем только половину. У нас есть полет. Заход у нас бесплатный. Привет, Люцифер. Эх, давай последнюю часть кота, не выебывайся. Понятно. Это, конечно, мне нужно. Это, к сожалению, тоже, блядь. Блядь, блядь, блядь. Плохие красные сундуки попались. Один айтем до кота, на самом деле. Да ёб твою мать, не надо. Так, ну мы не успеем уже, конечно, на босс-раш, только если сейчас что-нибудь как-нибудь не бустанемся жестко. Ладно, на хаша вроде должны успеть, поэтому... Заходим за ресурсами. А, найс, ресурсы, блядь, спасибо. Хотя бы ключи дали. Так, давайте надеяться на красные сундуки, а. Как он меня заебал, блядь. Слушайте, а он убирает из пула. Если я, например, сейчас рипну... Если я сейчас, например, рипну кусок говна... Он уберет из пула, именно из пула пикапа. Не должно же, да? Типа, по идее, регистрация у нас должна остаться. Я готов просто рискнуть ради буста. Блять, понятно. Это у нас не считается, если чё, блять. Это была ошибка. Странно, что, кстати говоря, не забрало... На самом деле. Это странно. О, дед, ты вернулся, да.
Хуйня. Блять, да. Даже лаки-дропа не было. Прям что-то совсем туго. Вроде бы что-то пытаемся, что-то там, блядь, рулим, а толку? Бля, сюда не зайти, надо прям хоть урон получить. А, ну либо зайти через этот, без урона, да? Сейчас пока специально не буду вскрывать эту секретку. О-о-о, спасибо за это. За это спасибо, конечно, да. За это спасибо. Так, ну это мы не будем брать, потому что попытаемся вскрыть нашу тринкетку. Так и знал. Давай. Ой, бля, а, во, нормально, вскрылись, отлично, отлично. А вот и тринкеточка вскрылась. Супер! Все как по маслу. Power Peel. Так. Живем. Ой, блядь, тихо. Живем. Так, Power Peel мы оставляем. Понятное дело, зачем. Блядь, здесь, кстати, вот. К сожалению, бесполезнич для нас. Единственное, что он нам поможет, это с камнями всякими ебаными. В остальном, конечно, мое почтение. Так, сейчас, чат, я еще ничего не читаю. Там кто-то играл с хаосом, какая-то cool story про хаос. Сегодня играл с хаосом, кажется, что его сильно понерфили. Рандомит только в комнатах сатаны и ангела. Остальные игнорируют как будто. Нет, он ничего не игнорирует и ничего его не нерфили. Все в порядке с ним. Просто бывает, что не заходят, если ты хотел что-то прям на роли серебанутое. Ты какие-то ждал, что ли, нон-стоп дропы из Angel Room, блядь, или что? Блядь, не подойдешь. Так, деньги есть, вскрываем тогда тут. Так, там что? Там понятно. Блять, бедненько, ничего не скажешь. Ничего не скажешь, бедненько, блять. Так, возвращаемся тогда. Заходим в эту секретку, через нее, соответственно, даже вот здесь ее взорву, чтобы точно не объебаться. Через нее заходим в челлендж. А, блять, а, ну да, все верно. Так, и еще контейнер забираем после. О, еще контейнер. Блять, нормально, нахуй, мразь. Блять, bad trip. Супер просто. Просто, блять, лучший мразь. Просто лучшая мразь. Не знаю, как еще это объяснить. На ровном месте. Ну, сейчас пойдем торговать жертвоприношение. У нас как бы выбора немного. Перед этим только, наверное, хотя босса мы не будем убивать, мы наоборот зарядимся сейчас. Да. Мы наоборот зарядимся, поэтому у нас есть раз, два, три. У нас есть четыре. Так что, а, какой четыре? У нас есть дохуя. Придется походить немного. Тогда мы скипаем босс-раш, и там уже... А что ты решил с модом антиберс поиграть? Очень смешно. Смехатуля, бля, пиздец. Так. Придется пострадать немного. Заодно побустить урон. Перед боссом, да? Так. Так. Бля, что-то не везет.
А, здесь вообще двойной, да? Так, пока оставим так. Мы, конечно, с огнем играем. Но с ангелами мы пиздиться не будем. Да, хотя мы их и не добьем. Сколько у нас? Два, да? Угу. Так, Блэс мы получили. В целом, можно, наверное... Через этот тогда ёбнуть босса. Через пару пил. Чтобы не объебать шансы. И уже там посмотреть, что будет. Пойдем. А, понятно. Хуйца тебе, блядь. А не пауэр пил. Здесь главное сейчас маслину не словить. И все будет нормально. Отлично. Блять, какая ж ты нахуй, блять, уебище. Ебать, уебище. Какое ты же, блять, уебище. Вонючая какашка ты. Вонючая жопа, вонючая задница. Нюхаешь трусы. Выжимаем максимум. Да я не забуду, блять, я еще об этим занимаюсь. Подожди. Уля-ля. Ну это, блять, понятное дело, что мы с этим уйдем теперь. Мы сейчас это специально не юзаем, потому что мы уже на выходе. Мы сможем... Короче, блядь, сейчас дед хитрую хуйню намутит. Хотя хотелось, конечно, несколько другого. Не буду спорить. Несколько другого. Бах. Так, что у нас? По ХП у нас все. Так, сейчас ангел и еще один шот как раз-таки. Охуеть, блядь. Ну, вообще-то я хотел... Не это, но ладно. Вообще-то я хотел не это, но ладно. Ой, я там монетку забыл, да? А, мы уже и на хаши не попадем. Ну окей, закроем тогда обычную и сходим к мега-сатане. Тоже сойдет. Здесь монетка была. А, там уже не открылся бы ангел. А, ну да, я же, блядь, в Devil Room залетел. Ёб твою мать, точно, через этот. Да, ангел бы и не открылся, я забыл. Ебать, точняк. Я просто забыл, что я был в руме уже в этом. Вот в чем дело. Это да, это понятно, да, это хорошо. Это подмечено хорошо, конечно. Угу. Мейс ебаный. Давай. А еще я напоминаю, что там всего лишь один остался до кота. Thank you.
Ну давай, магазин, давай. Давай, покажи нам, насколько ты хорош, блядь. Понятно. Это, конечно, пиздец, блядь. Просто магазины в говне. Их нет. Понятно. Понятно. Ну и нахуй мне это все. Ну и нахуй. Камень пропустил? Где? А, видимо, там где-то, да? В тех комнатах. Блять, и раскачка говно, хотя мы, блять... Хотя мы вот вроде бы все нормально делаем, но... Но не судьба. А, бля, я сейчас отсюда выйду без слота, да? А, ну почему без слота? Мы сейчас просто здесь завязаем. А, я уже его проебал, точно. Точно же. Так, где-то здесь камень был, да? А, и где был камень? Если его нет. Так вот сделаем быстренько. Тоже интересно. Так, пока не используем. Давай от хита. Вскрываем, конечно. Супер. Либо я шиз, либо камень шипами был помеченный. Ты шиз, наверное. Эх, ну и хуйня. Бля, ну нам только через торги пытаться вытаскивать, раз у нас такой... Блять, случайно, сука. Так, теперь главное... успеть подзарядиться. Пару пил, да? Окей. Так, отлично. Soul Heart нам нужен. А вот и камень, кстати, нормальный. И вот так вот еще. Ну вообще кайф. Ну вообще кайф. Еще бы нам под это... жертву, и было бы вообще супер. Я смайл не поставил, я мискликнул. Понятно. Так, вот, пауэрпил. Разыгрываем сразу. Ну... есть, конечно, надежда. Оставим его как реген на всякий пожарный сейчас. Пауэрпил потом заберем. Ага. Ага, ну, здесь можно уже и без. Так, ну сейчас, погодите. Сначала... Так, там бомбы. Бомбы нам не нужны. Тут здесь что у нас ведет? Ага, ну вот сейчас надо будет посмотреть. Чтобы так сыграть на 100% по ресурсам, мы должны посмотреть.
Давай, 10%. Нет. Ну... Да. Скрываем все. Взрываем. Ясно. Так, ну тогда все понятно. Хил нет смысла держать. Уж хилиться будет нечему. Сейчас только вот здесь захилимся. Вот этого раздолбаем, заодно пробустимся. Дед, ты пуся, блядь? С чего это я пуся, блядь? Ты на себя посмотри, сам ты пуся. Так, ну здесь нормально все. Уходим. Здесь все нормально, уходим. Хлоп. Хлоп. Улетаем. С ключами мы не торгуемся. Нам это сейчас не надо. Забираем это. Да и давайте вот так вот сделаем тогда, чтобы таблетку еще выйти забрать, а тут как бы разыграть карту, чтобы она не ушла. Да? Готово. Блять, ну это полная подстава. 33 не сработало. Соответственно, понятное дело, орбиталка от него, блядь. Просто орбитал-мастер какой-то у нас получается. Хуйня ебаная, блядь. Отыграть, блядь, что ли, от ключа тогда? Да, второй пауэр заберу. Ну давайте, окей, давайте попытаемся отыграть сейчас от красного сундука. А сами тогда пойдем в этот, к сатане. Забьем на это. Блядь, хп вниз. Окей, это немножечко не то, ну ладно. Хуйня подропалась. Ну, хотя бы улетел быстро. Хоть какой-то плюс в этом есть. Так. Что у нас здесь? Хуйня, через которую нам, в принципе... А, ну, у нас день... А, ну подождите, тут все-таки будет. Давайте посмотрим. Единственное дерьмо, это амнезия здесь, блядь. У меня 60 ключей съел, так-то взорвался. А у нас, по-моему, даже больше ключей жрало когда-то. Я не помню, у нас был вообще какой-то пиздец. Ой, блядь, я отвлекся на мобильный, мне там сообщение пришло и получил урон. А вот сейчас уже сам по себе, блядь, поебал получил. Так, хорошо, что у нас, кстати говоря, есть муха. Она нам сейчас показала там секретку в той комнате. Вот так сейчас сделаем. 67. Нам бы нужно, конечно, найти Soul Heart, чтобы не дропнуть сделку. Ну... Ну давай еще раз, ладно. Ключи, только два ключа нам надо оставить. Давай! Гриф взорвали. Ладно, будем иметь в виду. Еще 2 хп есть. 2 хп. Че, чатик, вы уже спать идете, да? Tears Up, это, конечно, для нас просто охуенно.
на полпути, ради тебя нет. Ну и пошли в пизду, блядь. Пожалуйста, ну, да ёб твою мать, что ж такое? Бэттрип. Бэттрип. Понятно. Фул хп было. Давай. Бля, ну пожалуйста. Бля, сука, как же я верил в эти 10%, а? Как же я, блядь, верил в эти 10%, боже мой. Так, у нас золотой ключ, мы можем слить ключи тогда все ему. Торгашу. А, мы уже проебали, ёб твою мать. Твою мать, чат. Чё тут? World. Жалко, не работает. Я тебе люблю, давай секс, ты бой, если нет, то и секс нет. Я не бой. Я не бой. Значит, секс нет. Очень жаль, очень жаль. Ах. Ну что, ребята? Жалко, блять, жалко, конечно, ключ не открывает этот, да, ребята? Всякие, господи, блять. Короче, не открывает босс Раши, да? Жалко, не открывает Хаши. А, ну да, челлендж-рум открой. Давайте им откроем, точно. У нас челлендж-рум же там был. Сейчас откроем. Точно. Мама мега открывает, не помню, какая мама мега открывает, что, блядь? Если спрашиваешь про ключ, открывает ли он мега стану, открывает. А что такое мама мега, я в ней шуб души не ебу, блядь. Что за мама мега? Тебе потом ужасы не снятся? Нет. Какая, блядь, мама мега? А, блядь, господи, а при чём тут вообще бомба? Бомба открывает, блядь, а при чём тут она-то нахуй? Господи, блядь. Пиздец, просто нахуй, вообще речи об этом нет. Просто пау, блядь! Из ниоткуда!
А, я просто спросил, понятно. Открывает она. Она открывает все. Но у нас ее нет. Так, карта смерти. Понятно, сокровищница. Сразу до свидания. Забираем это. Делаем так. Бля, жалко, мы сейчас сатану не вскроем. К сожалению. Айзек! Что ж, идем вниз, да? Го. Ой, мама Мега не открывает сатану. Да ну нахуй, блять! Мама Мега не открывает сатану! Пиздец, блять! А при чем тут это? Я говорил про ключ, нахуй! Что ключ открывает. А когда выяснилось, что Мега, мы начали говорить про босса Раш и так далее. Тюк-тюк-тюк-тюк. Забираем. Че тут? Тауэр. Пустышка. Давай голову. Понятно. Хуй там было, я понял, игра. Я все разочарован, но за сапку могу простить, что ты не бой и не дать секс. Блять, бро, прости, но тебе придется остаться разочарованным в отношении меня, судя по всему. Ой-ой-ой, это я, да, это да. Это да, вообще сейчас это бы не заруинить, честно говоря. Как же, блядь, неудачно они заспавнились. Ой, а здесь были эти, ёб твою мать. Ну что ж, бывает такое. Блядь, эксперименталка. Дальность убрала, и на том спасибо. Это, да. Блять, я забился ХП в надежде просто слить их. И сейчас, блять, меня это убьет к чертовой матери.
Блять, вот дерьмо-то ёбаное. Мне, конечно, даже здесь играть нет никакого смысла. Сколько часов в Айзеке, не ебу. 900, может быть, 1000, блять, не ебу. Ну, мы-то убиваемся полностью и будем играть от фулл хп тогда, от фулл регена. Сливаемся ему до чарджера какого-нибудь. Кэнсер достать, если повезет. Ну, кстати говоря... А, ну да, да, нам имеет смысл, да, тринкетки, да. Нам даже не кэнсер нужно. О! Блять, ебаный комар. Так, хорошо, у нас другая ситуация. Во-первых, у нас ченж. Мы можем пойти заченжить там. Чем? У нас появился ченч. Как начало, как биомутант, хуйня полная, не игра. Понятно. Понятно. Так. Да, пойдем ченч там сделаем. Airthrow. Не повезло. Па-па-па-па-па-па-па-па. Чем биомутант не выделил так? Ну, игра полное дерьмо просто. График, все дерьмо, чувак. Я не хочу... Ну, просто, блядь, иди посмотри запись. Это будет проще, чем тебе все пересказывать лично. Ну, это пизда, блядь. Это, конечно, пизда. То, что я получил урон, блядь. Мадам. Ну, сойдет. Киго. Просто просрал сделки, блядь, на ченже. Просто пиздец. Блять, и здесь себе я заруинил только что. Об шипы. Ой, бля, ничего нет, да? Да, толку, конечно, от этого, увы, немного. Сорок 6%. Так-то, блин, нормально же. Но нам здесь придется все-таки зачистить полностью в надежде вытащить жертвоприношение, чтобы нас хоть как-то реабилитировало. Берем эту хуйню, чтобы сундуки были красными.
А у нас здесь что? А, у нас второй вомб, нам от этих сундуков красных толку нет, от тринкетки. У нас сейчас сундуки и так будут красные. Так что да. Ну сейчас посмотрим, просто здесь, может быть, мало ли, загенерит как-нибудь. Пусть они будут красными лучше. Понятно. Блять, хвост нам, что угодно. Дед, ты не заебал скрывать свои истинные чувства? Можешь не притворяться больше. Мы и так знаем, что ты хочешь раздать всем сапки. Хороший байт, кстати. Хороший байт. Блять, мертвый сундук. Хороший байт, ребята, но я не поведусь. Ведь я опытный стример, я знаю, как игнорировать такие вонючие байты. Ни на что не годные. Так что не надо мне тут хую-мую, блядь. Easy wait. Понятненько. Так, забрали. Пам-пам. Ну давай, пожалуйста, сгенери нам, вот давай, вот прям нихуя, да? Ну ладно. Нихуя, да? Нихуя. Ну ладно. Жалко, у нас тирса на капе уже. Мы ее повысить не можем. Оверкапа у нас нет. Нет, ни от чего. Естественно. Да. Сасамба. Понятно. Так, что тогда делаем? Тогда надо выкидывать эту тринкетку, брать ту. От нее хоть какую-то пользу, хоть немного ДМГ, хоть что-то подожжет. А это бесполезное, потому что мы сейчас убиваем и... И как бы на этом все. Блять, или взять его нахуй. Давайте его, наверное, то будет больше выгоды. Найс, блять, просто... Руина номер один, блядь. Я уже даже это... Фейс-роллю просто. Минус сделка опять. Заебало просто, ёб твою мать. Блядь, сучьи потроха. Ну, серьезно. Я тебя люблю, а ты меня? Нет. Когда продолжение ассасинов? Никогда, наверное. Их никто не смотрит на стриме. Они неинтересны. Я прохожу на 100%, а 100% людям неинтересно смотреть. Так что никогда. Напомните, у сатаны же может быть жертвоприношение? А, или не может? Чат, вы не помните случая? А, может, да? Окей. Бля, ну хуя взрываю, мне хп-то деть некуда соло. У меня же забился. Эх, блядь. Эх, блядь. Ира. Пойдем. Ира очень вовремя упала.
Бля, Серега, у тебя тут в чате разврат некрофилии и зоофилии. Вызывай дурку. Так вызывайте, у вас же есть телефон. Быстрее. Дурку в чат. Чат ебанулся. Давай жертвуху, а? Пже, блядь. Ой. Увы и ах. Увы и ах. Хороший предмет, который у нас не работает. Ну, я не готов. Я не готов там ролиться с ним. Сейчас убирать вообще все хп эти. Я не готов. Ой, здесь. Понятно. Так, единственное, что я сейчас сделаю, вот так вот. Давай. Блять, на один раз только. Не повезло, ладно. Все, идем босс пиздить. Эти хп не жалко, потому что мы их сейчас все равно сольем. Так что просто по фейсролим. Реген. Че, поехали? Бручай, какой, блядь, бручай, чувак? Я здесь ненавижу, блядь, стародрочеров, иди нахуй. Поехали. Теперь сейчас главное еще бы хп накрепать грамотно, но это маловероятно, конечно. О, не дурно. Хорош даже, я бы сказал. Ой, блядь. Ладно. Блядь, главное, чуть-чуть не взял прям. Так. Так, хп вниз, да? Окей. Даже так, да? Давай. Пригодится, пригодится. Забираем. Нихуя, блядь. Вот это, кстати, прикольный шарт, я его впервые беру.
Вот это прикольный был шарт. Эх, ёпта, раньше было ёпта лучше, эх, бро, чай. Да-да-да-да-да. Да-да, вот таких я, блядь, терпеть не могу, просто пиздец. Так, форк возьмем. Если я не ошибаюсь, он ведь... Да, все правильно. Не ошибаюсь. Так, а попасть мы туда можем только с помощью... Только с помощью чего? Только с помощью... Красного ключа, например. Или просто прочей хуйни, да. Понятно. Красный ключ мы здесь... Ну, есть, конечно, вероятность получить, но... Вероятность крайне мала, да. Вероятность и вправду крайне мала. Блять, и мух. Бля, заебал вставать. Сначала сюда. Очень вовремя, хочу заметить. Еще и поясом сверху. Так. Че, поехали? Нет, одного айтема, по-моему, не хватает. До Бельзевула. Ой. А, уже? Разве? Нет, я еще нет. Ой, блядь, еще нет. Блядь.
А, Бельзевул, блять, я перепутал. Да, и муху я собрал, ёб твою мать. Муху-то мы собрали, да. Так, смотрим. Стартовая точка здесь. Пойдем сначала на нижнего. Там он точно не будет. Че, плюс один поищем? Это хорошо. Так, B3 возьмем, это реген. Да, в принципе, похуй, просто... Просто идем, блядь, и... И убиваем. Не будем ничего это делать. Так, что там у нас? Внизу еще. Так. А, да, через секретку. Так, здесь его нет, он на самом верху. Босяцкий. Да? Да, он... ну, наверное, да, в самом верху все-таки. Либо справа вверху, либо... в самом верху. Бля, хуйня. Полезнич. Хуйня, блядь, опять. Блядь, этих мух я, по-моему, все уже собрал. У тебя большая балумба? Если нет, то ты мне не интересен. У меня большая балумба. А что, есть какие-то предложения для больших балумб? Внезапно! Вот с этим мы пойдем, и тут уже вообще нас не уничтожить. Даже хил не буду брать.
Не имеет смысла, возьмем просто буст урона. Понятно. Ну давай, бля, не души. Просто фейс ролим. Ой, блядь, я ошибку сделал, кстати. Нам даже и выйдет не надо нихуя. Нам просто нужно фейс ролить. Да мне не нужно переключать его, блять, на русский. Я и так все понимаю. Так, чё, давайте еще ран один. Кстати, дед, я примерно вычислил твой размер члена, у тебя 17 сантиметров. Это вообще-то нет. Вообще-то это неправда. 12. 12, да. Кто-то прогуливал уроки математики. Ничего не скажешь. Так, давайте, поехали. Самсон, Харт, Собор, по возможности босс Раш и Хаш. Сразу реролим. Бля, хп нужны, конечно. Нужны хп, чтобы... Хуйня. А как-то Полина оказалась в больнице? Это хороший вопрос, вообще-то. Если у меня такой маленький хуй, как она могла оказаться в больнице по причине того, что... сексом из-за того, что трахалась с чуваком с большим членом. Блять. Вот мы и вычислили, блять. Измена. Измена, ребята. Развод, блять, и все, что полагается. Все, что полагается, да. Спасибо, папаша, за хуйню. Так, что, еще ставка не сыграла, да? Ту-т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 у.
Бля, жалко, конечно, капюшончик понерфили, да, ребята? Вот раньше капюшончик был, блядь, пизда, нахуй. Бусты, блядь, с этажей, а, сейчас. А сейчас, блядь. Хуйня. Ёбаная, блядь. А чё раньше было? А раньше было лучше. Все, что надо знать. Бам. Блять, вот хуйня. Надо же въебаться в меня, ёпта, а? Бля, вот сейчас, конечно... Ну, кстати, заебись, и контейнер дало. И атаку дал... Нормально, нормально. Это удивил, блядь. Обычно все хуёвее. Удивил. Удивил, конечно. Какой 936p? Скажи, ебанутый? Ну, это не я ебанутый, это просто ты безграмотный. Это... Фу, один из... Короче, пизду, иди, блядь. Давай сливаем. Блять. Хотя бы так. На босс раше будет хорошо. Давай, детки, давайте, идите ко мне. Идите к папочке. Ладно, давай. Ну да, он себя окупил, дал еще сверху монетку. Угу. Ну давай рискнем, надеюсь, что за эти даст нам ключ. Да, ключ нам вернул. Ну и деньги, нормас. Так, пол хп. С разбаном, Сергей, благодарю. Спасибо большое. Так, надо бы в Pain Room вернуться. Ой. Ну так-то, конечно, блять, прям заманчиво, я в ахуе. Ну, конечно, боссов легче шотать так, но книга более вариативная.
С ней, конечно, больше разных говна можно делать. Пойдемте. Эх, пустота. Понятно. Так, единственное, что сделаем, вот так. И пойдем тогда. Будем ли мы вскрывать вены? Ну, шучу, конечно, не вены. Будем ли мы вскрывать секретки? Наверное, здесь не будем. Разыграться не с чего будет, если что. Так что прибережем бомбочки. Блядь, и чё стоим? Блять, ну ты и долбоёб, ебать. Я в ахуе. Как же тебе похуй, блять, братан. Сука. Как же тебе похуй. Боже, у нас скорость просто, блин, бомбическая. А там сейчас золотые сундуки, я не смогу их вскрыть. Нет, давай. Самый сильный перс в Айзеке. Блять, Азазель нахуй. Садишься на него, блять, и все, и конец игры. Ну вон, Фоминых еще самый сильный. Бля, я бы реролинул, конечно. Не повезло нам с... на скорость и так далее. Это, конечно, сейчас будет долго. Пиздец, минус сделка опять. Пизда, как же они меня ебут, блять. Как же они меня ебут. ХП и по ХП нихуя нет, к 100. Вот здесь надо будет попытаться натыкать комнату, хардрум какой-нибудь, например. Просадки по здоровью после ковида нет? Не. А, единственное, что запахи до сих пор не до конца, блять, не до конца восстановились. Ой, блядь. Не повезло вам. Да ёб твою мать, как ж ты, гнида, дотянулся, блядь, а?
рейндж ап на бесполезничах. Бля, сделки в пизде, я понял. Ага. Хуй тебе, а не хардрум. Да, хп, хп смысла ковырять нет тоже. Делириум на бесполезничек? Да, делириум вообще чисто чилит, блять, ему поебать на происходящее. Он просто чилит, ему похуй. Так, давай сюда. Бля, можно, конечно, слиться, чтобы туда пройти. Сейчас будем идти только по поинтам. И все. Чтобы успеть на этот босс-раш. Если наберем монет, тогда пойдем в этот, зайдем. Магазин. Бля, нихуя ты на перехват пошел. Не реролит, нет? Походу нет. К сожалению, бесполезная хуйня в магазине. Босс-раш будем только за счет делириума, получается, стараться тащить. Блять. Минус сделочка опять. Так, давай перезарядим. Прям перед сокровищницей камень был. Блять, ну пойдем сбегаем. А может два длинных в одну комнату? Да, можно. Ой, блять, сука. Нарвался на шипы. А, да. Бля, нам бы, конечно, с камня бы камень получить. Можно хоть 10 делириумов призвать. Блять, это пиздец какой-то. Ты можешь мне нормальную хуйню зареспавнить, а? Он сам об него выпилился. Нееее, блядь, ему вообще посрать. И вообще просто поебать, блядь, на происходящее. Хозяин, тебя ебут в жопу. Бля, Excel. Ай. Ну, с одной стороны, учитывая, что мы спешим, это в целом неплохо.
Ладно, нет времени. На сделке мне уже поебать. Забираем. Ну ладно, давай. Все медленные. Билд под названием танк. Так, теперь надо вниз идти. Блять, обходить все это, ёб твою мать. Минус время, ёбаный хуй. Пощады, пожалуйста. Просто бежим. Так, ой, блядь, еще здесь нарвался. А, да, у меня же хп нет. Бля, бежим, 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 пиздец. Монетка упала. Поебать на нее. Бежим быстрее. Ой, блядь, да, забыл. У нас теперь ракеты. Ой, блядь. Неудачненько. Бля, ну мне ГГ, походу. Я не успел даже отойти. Очень медленно. Очень медленно. Ладно, чат, давайте на этом на сегодня закончим.